У меня есть друг пчеловод. Его пасека расположена 15 километров от моей. И вот он мне позвонил и сказал, что у них самолеты летают и поля гербицидами поливают. И вот я поехал и заснял этот фильм, чтобы показать всем, и заодно, чтобы было документально все оформлено. Что это значит? Допустим, если у этого моего друга пчелы отравятся, осыпятся там или отравятся, полностью или там половина, это там, если что случится, я имею в виду. Этот пчеловод, он уже может подавать в суд на эту компанию. И вот как раз это видео, которое я заснял, она может уже как доказательство, то, что самолеты летали конкретно, да, какого числа, во сколько они летали, какие в этот момент медоносы росли на этих полях. И вот я посмотрел, там были, конечно, пчелы единичные. Ну, на всякий случай я, конечно, снял. И если что, то мое видео как доказательство пойдет, так сказать, помощь пчеловоду. Так же, в принципе, и всем надо. Если, допустим, поливают поля гербицидами там, или опрыскивают чем-нибудь, самолета там, или трактором там, из бочки, надо все снимать на видео, для того, чтобы... Если в суд подавать не словесно уже, а все-таки вот документально, да, вот это числа, вот это столько-то, вот это поле, вот все опрыснули. Потом снять видео, что пчелы погибли, и вот это все в доказательной форме будет на суде, так сказать, за пчеловода. Поэтому сейчас у всех видео есть почти, у всех телефоны, у многих камеры есть. Так что я думаю, надо снимать и в суде доказывать свою правоту. Ну и также надо в интернет, вот допустим, я как в интернет выложу, для того, чтобы другие пчеловоды знали, что надо снимать, надо защищать себя и свою правду доказывать.